13 апреля в столице Карачаево-Черкесии состоится традиционная республиканская весенняя ярмарка, на которой гостям и жителям региона широкий спектр промышленной и сельхозпродукции представят несколько сотен предпринимателей. Посетители ярмарки смогут приобрести мясную продукцию, кулинарные, кондитерские изделия, свежие овощи, фрукты, мед, крупы, зерно, промышленные товары, посадочный материал, сельхозинвентарь, а также изделия мастеров народного творчества по ценам, которые будут значительно ниже рыночных. Во время проведения ярмарки запланированы культурно-массовые мероприятия с участием творческих коллективов республики. Ярмарка развернется по улице Ленина, 70, территория бывшего Тургеневского рынка, 13 апреля, 8. Организаторами мероприятия являются Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесии и Министерство сельского хозяйства Республики при поддержке Министерства культуры Карачаево-Черкесии и мэрии города Черкесска.